Жители Коми делятся своими новостями в сети, публикуют фотографии и видеозаписи, где вспоминают о прошедших праздниках, где секретами дачными делятся, а где ситуации необычно обсуждают. Об этом мы узнали из соцсетей. О чем еще в эти дни говорит вся республика, знает моя коллега Виктория Денисова. Праздник прошел, а воспоминания остались. Жители Коми делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями Дня Победы. В интернете события со всех уголков региона, где песни тех времен поют, а где салютом восхищаются. Пускай погода не дачная, горевать не будем. Кажется, именно таким девизом руководствуются жители Воркуты. В заполярном городе пока мало что напоминает весну. Между майскими праздниками город и вовсе засыпало снегом. Вот только жители не отчаиваются, а напротив, успешно приспосабливаются к условиям. Они делятся в сети фотографиями своих домашних огородов. Кто огурцы на подоконнике выращивает, кто перец, а кто-то и вовсе ананасы, пишут в комментариях. Впрочем, снег в Заполярье потихоньку все же тает, а вместе с ним растут и лужи. Выходишь из подъезда и тут же начинаешь тонуть, сетует житель Воркуты. Он выложил в интернет видеоролик. На кадрах мужчина пытается добраться до суши. Даже в сапогах это затруднительно. Нет ни спасительной тропинки, ни досок, по которым можно было бы пройти. Только вода. А вот жители села Нившера взяли дело в свои руки и решили устранить неудобства собственными силами. Только здесь речь пойдет не о лужах, а о дороге. Местные вооружились лопатами и выровняли поверхность, а еще сделали канавы для стока воды. Житель Ухты выложил в сеть кадры своего видеорегистратора. На них, как ни в чем не бывало, едет машина. Вот только пары секунд после она теряет колесо. По пути оно отвалилось, да и покатилось дальше по дороге само по себе. Будто так и должно быть. К счастью, раненый автомобиль успел вырулить на обочину, а сбежавшее колесо притормозило прямо у пешеходного перехода. Ну а мы ждем ваших сообщений в группе телеканала «Юрган» ВКонтакте, чтобы поделиться ими со всей республикой.